Оливковый сад, как и любой другой, потребляет много и удобрений тоже, не только времени. Больше всего нужно азота, 2,5 килограмма нужно на каждое дерево, нужен калий, нужен в меньшей степени фосфор, магний нужен, еще из минералов бор нужен. Поэтому надо стараться все успевать. Удобрения минеральные вносить можно только когда влажно, когда сезон дождей. Вот декабрь, январь, еще может быть февраль можно успеть, потом как бы без толку. Вот уже когда бутонизация идет, нужно вносить вторую часть удобрений. Но без толку, потому что почва трещины палец толщиной, месяц не было дождей. Что остается? Остается косить траву. Вот месяц назад покосили траву. Сейчас будет второй покос травы. Третью порцию удобрений нужно вносить, когда косточка становится, одресневеет косточка в самих плодах. Ну, в то время уже совсем сложно что-нибудь вносить, там уже жара при жара. Ну, вот у нас сейчас будет пару дней дождики, сегодня пасмурно, и такое быстренькое удобрение можно сделать. Ну, ничего нового не изобретаю. Бабушкина бочка вонючка. Вот в прошлом году я набрала перепревший навоз. Он выглядит как каменный уголь. Сосед держит лошадей. Муж поехал, набрали с сыном целый прицеп. Сейчас мы замочим такие бочки и буду по чуть-чуть поливать наши деревья. Я понимаю, что это все довольно условно, но что есть, то есть. Главное, чтобы там не попался никто. Я один мешок разбирала, и там была такая огромная многоножка, сантиметров 15, наверное. Я почитала, что она ядовитая. Хорошо, что я ее не трогала. Вот так потихоньку осваиваем технологию.